очередной персонаж, на этот раз чемпион. Чемпион с Грандслэмом. Я давно не играл в Пое, и вот недавно вот в эту гонку решил ворваться. Флэшбэк на хардкоре. И оказалось, что Грандслэмом играют. То есть я сам попробовал, это действительно достаточно сильный скилл. У меня пока только 4 линк. Используем сейсмик край, дрейд баннер и, ну, блуд, бля, как это называется. Короче, флэш энд стоун и блад энд сэнд, ну их обычно в связке всегда как раз используют. Сильный персонаж, то есть чемпион он сам по себе живучий. И урона также тут очень много. Ну вот по урону непонятно, то есть зачистка очень быстрая, то есть я считаю паки с одного удара ваншота. А вот за боссом мне чуть-чуть по-разному. Вот по боссам сложно понять, быстрее я их убиваю или нет. До этого я с Амонером играл, можете посмотреть. Я там некроманта делал, гварда и персонажа с... Нет, спасибо, откажусь. Мне надо на базу лететь для этого за монетами кодировать, не хочу. Вот, играл до этого гвардом и галимансер 6. То есть галимансер 6 с этой элементалисткой. Всеми ритнулся. Вот, то есть, своими последними персонажами где-то до 73-го, что ли, левела дошел. Вот посмотрим, докуда я дойду до... на этом персонаже. Ну, что ж, босс. На самонере быстро боссы отлетали. Блять, лагает. Что характерно, без ОБС они лагают просто. Вот с ОБС-ом хрень. Че он сразу босс ушел? Так, готов. О, с Эйнером, кстати, у меня Эйнер. Мне Эйнер помогает. Портал поставлю на всякий случай, а то мало ли. Я не люблю вот эту хрень, когда он арену обстреливает. По сути, надо под боссом прятаться в этот момент. Ну и на всякий случай улетаю. Может, босс умрет? Но опять же, у меня с Варчифа еще урон определенный. Вот плюс мечника. То, что Варчиф-то прям есть. И в принципе неплохо, то есть зачистка тоже, ну, в основном зачистка хорошая. То есть боссы, я бы сказал, не так уж и быстро умирают, а вот зачистка хорошая. Но опять же, это только 4 линк. Вот такой уник топор я использую, Blood Reaper. Но вроде как очень даже хороший. Шапку вот эту вот, Gold Dream. Ничего не покупал, это все выбито. Ну, это лут все. То есть ничего не покупал для персонажа. Хотя нет, я там молот какой-то покупал для левелинга. Ну, дешевый какой-то там за хаос. Чё, я впишу? Кто-то рипнулся, что ли? Ладно, как-то так. Сейчас в данный момент неделя остается до... Да, неделя до конца этой гонки. И потом вскоре после конца гонки будет анонс. Ну, это на сайте Пое все можно посмотреть. Будет анонс новой лиги в прямом эфире.
Вот очень интересно. Взял вторую лабу. Поставил камень поддержки фортифай пока что. Ну, очевидно, я когда третью лабу пройду, я возьму вот это фортитюд. А пока со второй лабой только я взял камень поддержки фортифай. Урон у меня 5607. Ну, то есть это очень жестко. А раньше, когда я играл в поле, у такого не было. То есть, как бы установили годичника. По крайней мере, именно вот этот билд очень сильный. Только вот против боссов такое себе. Но опять же есть куда улучшаться, только 4 линк. Уже у меня капризисты. То есть, да, это получается 8-й акт. А, нет, это даже 9-й акт. Уже капризисты у меня. Вот такое дерево. Ну, ссылку на профиль я оставлю. Ну, импеллера, конечно, уже взял. Точный удар взял.